Какая красота, а? Никольская, а? Что? Создавать военно-морские, военные базы за рубежом. Обложили кругом нас. В том, конечно, смысле, в котором вы понимаете, да, Пойдем на улицу сейчас. Чтобы сухарики они стали юридически обязывающими. От тюрьмы, нам сказали, и тюрьмы. Достаточно политических, вообще вы не переживайте, там, это все, что мы делаем, это все не против вас. Не избавиться. Поэтому, да и в общем-то сам, если говорить об играх с нулевым результатом, в которых нас обвиняют, сам проект восточного партнерства, и Боржоми тут не стоит вопрос, лучший. Но мы убеждены, что здесь не должно быть двусмысленности. Слишком много вот этих пока, вот слишком раса, много отсутствия намерений. Намерения меняются, а факты на земле создают последние два месяца. Не только два месяца, еще последние 25 лет. Нам сейчас говорят, что Россия в ответ на протянутые руки Запада каждый раз выбирает для себя игрушку. С нулевым результатом. Вот то-то хорошо. В газете, вот не помню, в какой-то английской газете, мой коллега Дмитрий. Едем за женой. Я буду ждать тебя возле пальмы трех дорог. Все равно дождусь тебя, как бы ни был путь далек. Да. Ох, ай, как же их! Лучше, это котлы. Котлы. Появилась шалава. Ах, ты котлы по очереди. Ладно, пусть. Ну что, поехали за женой. Ну, ножичек посмотрим. Красавец. Дальше вот так вот. Нам держи обещали, просто ничего. Просто смотри. Вот тут не закрывай. Ее ничего не нажимай. При движении военной. Обожди, обожди. Да смотри, не в очко, а вот сюда, тут живи, как на экране. Нам вообще обещали, что не будет никаких военных объектов НАТО на территории новых членов. И все эти обещания мы каким-то образом конструктивно принимали, ну, классно, поначалу да? На слух, а ты хочешь, стали что? Класть на бумагу в виде политической. Чтобы изменить ваше представление о городских путешествиях. Кроссовер Peugeot 2008. Взгляни на город по-новому. Подробности у официального дилера Peugeot в городе Белгороде, компании Автоленд Плюс. Улица Королева 2, телефон 5287. Чё, фу-фу, фу-фу. Мышка. А ну, помотай, иди сюда. Иди сюда, мышонок. Мышка. Бегом, бегом. Иди сюда, иди сюда. Мышонка. Мышонка с коробчонкой. Мышонка в коробчонке. Клеточка. Клеточка готовится. Готовится в хатку, в хатку, в хатку, немедленно в хатку, тут опасно. Маша, иди сюда, иди, кривуляй сюда. Кривуляй сюда. Иди сюда, котёк. Или все уже, направился в эту, в клетуньку свою. Да вон она, эта клетуня, готовится. Ух, как... Да в такой можно жить. Ах, красавец как. Плохо видишь, скажи, котов, зато долго живешь. Вот так вот. Вот так. Что ты ему даешь? Ничего ему не дает. А, витамины. Куча навоза. Пожалуйста, с котой мотор.
Те же самые лучшие артисты. Ложки. Ей надо пустить, чтобы она одна нога бегала. Так, пусть бы сидит. А, она без лапки. Ну, чего же, живая. Жертва Бухенвальд. Да, да. Не говори. Хорошая кошка. О, какая ты большая стала. Ну, попой. О. Мяу. Еще разок. Вот так. Мяу. Шарик. Крапива.